Что, поиграем? Хотел сказать, проиграем. Поиграем за чаразмея. Надеюсь, не проиграем все-таки. Подлагивает где-то. Один, максимум 4. Купер. Купер, мы с тобой случайно не играли, а? Уже. Это что ж такое полагает так? Ну-ка, кыш отсюда. Чё у тебя? Отгони ты ее, эту тварь. Солдаты, не мне нужен флаг, потому что, слышь ты, придурок. Я без флага ничего не смогу сделать. Блин, как же лагает, пипец. Не хватает энергии, Син наверх пошел против амазонки стоять. Ух. Жабу сожмем. Подергивание это непонятно. ФПС скачет что-то. Так, возьмем регенчика. Надо восхитить. Это кто тебя так тыкает? Че ты стоишь там один, алё? Глист. Сам ты глист. Ты, может, у тебя проблемы с глистами, у меня нет. Ну, отлично, мы один там уже амазонку вздернул. Ну, давай, чё? А, ловко свой включает, что ты с ней собираешься сделать? Ничего.
Ты жопа. Ладно, пойду за глазом, чё. Рубеж защищен. Череда побед. ВДВ там на, блин, метрополях вообще. Ну ты... Мне нужен флаг, слышь, мой? Без флага я вообще ничего не могу делать. Сейчас Аксин придет, как прыгнет. Ну видишь, эта тварь знает что-то. Давай, 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 давай. Фуф. Чуть не сдохли. Это маму забирает вообще. О, Энвиз. Не пойду. Или пойдем. Тигр, слышь? Отлично. Ой, крысы, ага. Это командная игра. Сразу ругаться, что крысы, крысы. А то, что вы вдвоем стоите против одной амы, это нормально, да? То есть... Так, обнова.
Череда побед. Прям плачется, как я не знаю кто. А где у них Нага? А, он 11. Что-то я обновление ульты даже не знаю. О, ну. Давай, давай, комбат, молодец. А тут син еще. Жалко, комбат их забрали. О, инженер пришел. Ух, нифига тут турели. Ну подожди, ты куда-то так? Ну куда вы так врываетесь-то, народ? Фонарь нужен опять. А что там мама одна? Блин. Череда побед. Незаменимый боец. Сори, народ, слушай, надо было отойти. Че, здесь нету? Череда побед. Это тварь, а? Там хоть он сейчас фигней страдает.
17 леса уже. Так, надо посмотреть, что. Жалко, глифа никакого не было. Блин, в лесу сливать не знаю, как даже. Без фонарика-то. Забыл, как она на родную землю сбила. Так, ну хорошо, наш комбат хотя бы не это. Не фуфлыжничает. С леса, конечно, даже не будет. Так. Ну там лиса туда пришла. О, все, все. Направляюсь к вам, ребята. Сина. Это вот Медзина. Нормально. Незаменимый боец. Клык зачем-то умер там. Так, берем разум. Ничего нет. Давай лесу вытаскивай уже. Сейчас мы ее заберем. Жак. Иди вниз давай, действительно. Отходи, сейчас ультовать будет. О, нага пришла. Да что такое-то? Кто меня там стопорит? Фига себе, эта мышь нам настреливал.
С инвизом этот пидорасина. А, там глаза стоит. Сейчас как нас встретят тут. А, секунду, 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 секунду. А, сучка такая. Буквально вообще крополя оставались. Я не успел проскочить мимо него. У меня задел своей вертушкой. Ладно, на печать мудрости коплю. Вот же убивает же. Убьет сейчас. Череда побед. Незаменимый боец. Так. Леса где-то. Обожаю это дело. Ну что происходит? Ух, ни хрена тут. Все, не убили. Как они так слились-то? Жесть какая-то. Не, нам главное это в кучу не собираться под ульту инженера. Мастерский контроль. Незаменимый боец. Давай, давай, добивай, отлично. Прекрасно. Так, сразу остальные должны хилиться. Куда ты пошла, жаба? С инвизом. Да-да-да, идем, идем, идем. Обожаю это дело. Где они все-то? Амазонка, ты похилила историю. Отлично. Амазонка, иди хилься, блин, не это. Не провоцируй. Вот. Нифига себе ты. Череда побед.
Как я вовремя-то, да? Поставил-то. Вард. Забываем поднимать флаги. То, что значит, все будет очень грустно. Без флага-то. Да, конечно, нога какая-то вообще непробиваемая. Хотя под станом, в принципе, пробивается. И уже трое слились под одной ультой инжа. Это вообще чудесно просто. Сколько я слабенький. Все на мид, все на мид. У жабы, главное, столько хп. Все равно она как-то умудряется просирать. Отходим. Жесть какая. Двойной удар делает, ну пипец. Что у наших хп не что ли, я не понимаю. Вот какой-то. 26 леса. Ну я не буду ее дофить, может. Жаба сейчас своим языком промахивается постоянно. Так, мне надо по идее сина ловить как-то. Блин, сейчас син с другой стороны зайдет. Снизу подойдет. Куда клык-то побежал? Дурак, дурак, а? Правильно, сейчас сын придет и вообще жопу не стоит. Череда побед. Несаменимый боец. Нет, понятно.
У нас кубик сливается как дно. Ничего, попас. А что там надо? А, ну да, ногу хрен пробьешь. Ну бы красочки сюда. Не двигайся. Так, я пойду через глиф пройду. Да, Син, давай прыгай на меня, прыгай. Ну, Син, прыгай. Посмертно. Ух ты, тварь, а. 1800. Блин, у меня точно. Да ладно, и сколько у него энергии? 1500. У меня 4600. Что за бред? Чудо магат не было. А кто сильно убил? Януш Калач. Как он его убил? Вот на ХП у меня здоровье. То есть талантов нету, к сожалению. Череда побед. Да вниз идем, вниз, ребята. Куда вы побежали? На золотой пак, что ли? Что дальше? Где они все? Вон они на меди. Я тут не понимаю, как я сильно умудрился не убить с такой разницей в энергии. Может быть, потому что земля была не родная. Нифига себе, она там выстреливает. Отлично. Командный игрок. Так, у нас есть все шансы. Давайте ломать, пока они там. До конца. Ну блин, как так-то? Все
Сейчас они резнутся, нам надо ломать все это дело. Мастерский штурм. Вообще никакого дамага я не наношу. Так, отходить надо, отходить. Ждем остальных. Почему жаба там? Почему они все отдельно от нас где-то шляются? Ама, не лезь ты, блин, сольешься, как мы без тебя будем? Ну, прекрасно. Вообще ничего не ношу. Вообще жесть какая-то. А, глифонвиза, глифонвиза, глифонвиза. Что такое? Почему я перестал быть невидимым-то? Что за херня? Почему они меня продолжали бить? Что за... А, у них вон этот вард стоит. Твою-то мать. Я бегу, дурак такой. Это не клык зачем полез, это Ама что творил. Череда побед. Мастерский штурм. Да все тут срали, если не заберемся нормально. Штурм. Да. Череда побед. Двойной удар. Ну прекрасно, чё. Наш арсенал разрушен. Погоня. Беги, 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 беги. Фуф. Легко сказать. Давайте, 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 ребятушки, давайте. Двойной удар. Напарник. Лесу теперь добить. А, сука. Давайте быстрее. Блин, уже нога резнулась. Там нога сейчас. Ну где все-то, ё-моё? Во. Мама, давай. Серьезно, твою мать. Череда побед.
Все потому что наши идиоты, блядь, вместо того, чтобы пойти издание добить, нет, они херней страдали. Что там клык занимается какой-то херней? О, да. Ну-ка посмотрим на нашего клыка. Он прекрасен. Такая скорость у него. Феерически просто. Да. Он не убьет, он чего, приколочится? Ну, знаете, пошли пушить там все. Ну, давайте вашего драка, ну, блин. Все, убегаем, убегаем, мама, убегаем. Давай подстанем его, подстанем, хренач. На нашей земле не ходим. Где все? Блять, почему жабы там? Вот жаба мудила, а. Это просто пиздец какой-то. Срём, я обязательно выложу это, пофигу. 43 минуты, смотрите, ребята, как жаба идет фармить низ, вместо того, чтобы, блядь, пропушить здание. О, да, вот. Смотрите на это, вот это класс. Поздравляю. Просто таких дебилов я еще не видел. Ферточку дали, смотрите. Просто дети.